В Москве открылась регистрация на командную олимпиаду по робототехнике среди школьников. К участию приглашаются ученики с 4 по 11 класс. На олимпиаде командам из двух участников и тренера нужно будет выполнить задание в зависимости от выбранной категории. Основная, творческая, будущие инженеры и робоспорт. Ребятам предстоит создать и запрограммировать устройства, которые должны выполнить поставленные задачи в смоделированной ситуации. Например, в рамках основной категории робот должен будет уметь стричь траву, пропалывать сорняки, тушить пожары на фабриках и перевозить химические вещества. Подать заявку на участие можно до 17 апреля. Сама олимпиада пройдет 24 апреля. Ссылку на сайт соревнования найдешь в описании. Школьники, успешно выполнившие задание, смогут выйти во всероссийский финал. Он состоится в июле в Нижнем Новгороде. Темой этого года станет «Робот-друг человека».